Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Перестройка высотных потоков привела к формированию над Западной Сибирью вместо стабильного антициклона пока еще неактивных циклонических центров и ложбин. А теперь более подробный прогноз. В понедельник, 6 февраля, в Новосибирске ночью без осадков, днем снег. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. В ночное время 18-20 мороза, в дневное время ожидается 8-10 градусов ниже 0. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь, желаю хорошего настроения и удачи во всем.